Нам показалась как раз такая глубокая была медитация, да, что она скоро разовьется и будет там очень интересно. Нет, вот потом оказалось, уже не знаю, почему мальчик сказал. Володя, по-моему, немножко растерял. Володя растерял? Нет, показалось, маме ему, хотя я очень не права. Нет, я не знаю, что ты делала. Ну ладно, вы не переживайте, все хорошо. Все по два человека. Все по два. Возьмите себе, найдите пары. Все пары. Ну хорошо. Всем по парам, да. Значит, вот вы свои пары запомнили, да? Да, давайте мы все уйдем, кроме вас. Вы... А мы уйдем? Да, остались. Мы вообще... Ну, на секундочку, выйдите просто. На секундочку, хорошо. Просто ребята не покажут ту упражнение, в чем, собственно, заключается упражнение, потому что у нас есть новички, и не все до конца понимают. Вот тот, кто стоит впереди, он опять же ведущий, да? Он ведущий. Но тот, кто стоит сзади, он дополняющий, то есть не повторяющий, а дополняющий. Значит, дополнить можно, опять же, в стиле, то есть не разрушая стиля ведущего. Понятно, да?
состояние. И на этом фоне, значит, действовал Саша. Но когда она взяла инициативу уже как некое ведущее начало, Саша, как всегда, отклонился в сторону и потерял состояние. Вот очень важно состояние не терять. Но принцип всем понятен. Пожалуйста, все по парам встали и начнем вот с вас, потом ваша пара, потом ваша и ваша последняя. Значит, что, собственно, как бы является языком? Посмотрите еще раз, вот для новичков исключительно. Очень важный такой момент, как бы вот. Если, скажем, человек заканчивает движение, вот она делает движение, скажем, да? Я очень точно акцентирую это движение. Но не только, вот, скажем, если бы я, как бы, как вы делаете в балете, вот, да, то я делаю вот так, например, да? Ну, к примеру, да? Или так. То есть я дополняю широкими мазками. Это не то, ну, как бы не про то, что линия, мы... Линия движения, она должна быть очень четкой. То есть мы вместе с ней составляем некое единое, понимаете, а не отдельно. Она как-то покрутилась, и я как-то покрутился, понимаете? Чтобы линия самого тела развивалась, взаимодополняя и обогащая некоторым графическим и смысловым моментом, понимаете? То есть это не просто, скажем, поза раз, поза два сзади, по дополнению, а логически вытекала линия одна из другой и рождала третью. Ушами хлопаешь, то есть и попадаешься в ловушку, которую тебе предлагают. Ты должен создать для нее определенную систему рамы или определенный акцент, в котором ее движение приобрело бы твой смысл или ваш смысл в целом. А не просто один клоун, второй. Понимаешь? Ясно? Вот.
Для тех, кто умеет двигаться, переход из одной формы в другую, он тоже должен составлять логическую определенную схему, в которой есть смысл, то есть зачем я это делаю, что это в каждом движении. Я пророствую, да. Потому что вот вы, скажем, из него вышли и просто вышли из него. Вот это само движение, оно как бы, ну просто видно, что вам там было неудобно, и вы вышли. Понимаете, а вот нужно оправдать само движение, то есть чтобы оно имело некоторый смысл. Как вам кажется? Ваня, быстрее, быстрее. Ну, ребят, давайте активнее. Просто я не могу, когда вы так долго думаете. Мне кажется, он не синхрон с ней. Он должен как бы обнимать ее, мне кажется. Вот она вот так пластичное движение делает. Это всегда надо делать. Я всегда занимался. Здесь нужно искать взаимоотношения. То есть не строить позы, а именно взаимоотношения каждого жеста искать понимание. Вот этого понимания нет. Ну хорошо, ты стоишь, ты нес сверху, ты сел. Да, конечно.